Так. Нам куда? Мы в Либруме. Ну и по прямой направо, короче говоря. Поехали. Давай едь, Тарантайка. Нам далеко-далеко переться. Так что не зли меня. Куда эта дорога ведет? Тоже, в принципе, на этот. На центральный путь, но... Ближе, естественно, тот, который я выберу сейчас. Без всяких крюков и так далее. И прочей фигни никому не нужны. Нам сюда. Стало быть. Потому чтобы меня бандиты сейчас не заколебали в конец. Здесь-то их достаточно, я думаю, будет. Хорошо, что я нашел модуль на увеличение мощности движка. Ха. Больше скорости. Меньше времени. На то, чтобы преодолеть такие расстояния. 130 км выжимаю. Очень неплохо. Так, починимся, заправимся. Куда без этого? Без этого никуда. Черт возьми. Поехали дальше. У нас прям таки пит-стоп. Мы прям на ходу. Заправились, починились. Меня просто кинули в догон канистру и гаечный ключ. Вот и все. Отлично, здрасте. Здрасте. Все-таки один достал. Один все-таки достал, но... Столб меня достал. Это главное. Главное, что меня достало, это столб. С этим уже ничего не поделаешь. Так, это не грузовик, у меня уже глюки. Везде сбиты эти столбы. Когда ехала, видимо, эта девица. О, господи, как вспомню. Мутить начинает. Так, сюда или не сюда? Нет, не сюда, вот сюда. Так куда? Сюда или не сюда? Господи, тут пока разберешься. Нет, показывать не сюда. Отстань. Показывай, что надо сюда. Да, гребаные столбы! Уберите их с пути. Они меня убьют, точно. 100%. Какого черта ты творишь, а? Я еще и не попал. Ладно, пускай живет, сволочь. Повезло ему сегодня. Один в живых остался. Я за ним потом приду. На обратном пути. Сейчас через все локации. Ну, почти через все локации. Ладно, поехали напрямую. Я думаю, что 700 потерянных хп — это не особо страшно. Чтоб париться об этом. Просто я уже хочу побыстрее добраться. Поэтому уже даже не чинюсь, не заправляюсь. Хотя надо было продать все то, что у меня в инвентаре накопилось.
Но я что-то как-то... Ладно, успеем. 500 раз еще успеем. Там опять-таки был камень, похож на грузовик. Занимательно. А вот и врата. Тоннель! Замечательно. Но это еще не последняя локация, которую нам нужно будет проехать насквозь. А, насколько я понимаю. Так, 4 км. Ну, тут смотри, как ехать. Если напрямик, то нормально. Ну, а если нет, то нет. Попробуем напрямик. Вот тебе и напрямик. Гребаные деревья. Мало вас осталось, но вы все равно мешаете. Надо дорубить. Ну, я думаю, мы, в принципе, сможем проехать напрямую, сэкономив нехилое количество времени. Хотя, сейчас по-любому встретится какая-нибудь горка, водоемчик. Хотя здесь что-то совсем все пустынно и заброшено. Посмотрите на эти пески. Желтые какие-то, химические. Пятнистые. Ну, знаете, я все равно буду по такой качковатой местности довольно медленно еду. Хоть и показывает, что сотня, но это просто колеса крутятся. Скажем так. На самом-то деле я еду вверх-вниз, вверх-вниз, помимо того, что вперед. За счет этого путь увеличивается. Так, ну вроде за этим холмом мы уже... Да ладно! Вы издеваетесь, что ли? Поставили здесь воздушную стенку? Здесь воздушную, мать его, стенку? Давайте без этого. Давайте как-нибудь без воздушных стенок. Я почти доехал. Не надо мне кайф обламывать. Фух. Все-таки выбрались из этого песчаного плена и тлена. Блин! Нормально. А, еще один остался. Окей. Да гребаные деревья! Чтоб вас... Садовники драли. Что тут интересного есть? Ничего. Поехали. ...800 хп, это уже довольно опасное положение, надо сказать. Но я надеюсь, мы его переживем. Так, и вроде бы вот в этой локации нам нужно, насколько я понимаю. Два км. Ну неужто, а? Нам сюда. Так, это свои? Свои. Всего-то 2 км проехать, а? Расплюнуть. Мне бы, правда, заправиться. Ну ладно, плевать. Переживем. Там, может быть, какие-нибудь поселения вдобавок есть. Вон поселение.
полноценная ферма. Сюда-то я и загляну. В принципе, мне практически сюда и нужно. Так, нет, это просто заправка. Но мне этого достаточно, уж поверьте. Здесь, конечно, не принимают мои товары, но нафиг оно надо. На меня сразу же хотят напасть бандиты. Я вот только-только с ремонта, а на меня уже покушается. Это нехорошо. Держите себя в руках, что ли, я не знаю. Такс. А вот и я. Здравствуйте. Приветствую тебя, молодой человек. Ты как-то хреново выглядишь. У тебя маска, но даже она хреново выглядит. Вы Бен Дроссель? Дело в том, что я ищу одну вещицу. Пластиковый диск. Возможно, с символами А, Г и 2 на одной из сторон. УГ-2. Дай-ка подумать. Еще вчера ко мне приезжал какой-то тип и предлагал купить диск, похожий на твое описание. Сказал, что в Мидгарде могут быть покупатели на его товар. Ах, как нехорошо получается. Ладно, будем искать. Видите, дальше нас посылают. Насколько я понимаю. Нет. Пока не особо дальше. Но есть вероятность, что сейчас совсем далеко пошлют. В любом случае, нам еще обратно возвращаться после этого поездочки веселенькой. Так, вот он, Мидгард. До него-то рукой подать. Но я боюсь, что это не конец пути. Далеко не конец. Так, как бы здесь лучше заехать? Нормально заехали. Эх, на молоковозе сюда еще припирались-то, а? Совсем недавно. Так, заезжаем. Смотрим, что там как. Так, здесь можно и продастся. Нормально так. Конечно, не то, что там с табаком и со всякими штуками за 60 тысяч, но все равно вполне приемлемо. Вполне. Ладно, не с тобой будем разговаривать, а вот с этим. Завхоз Мидас. Ну охренеть теперь, а. Тебе чего? Вообще-то я занят. Не заезжал ли к вам человек, желающий продать странный предмет дискообразной формы? Да, приезжал, но пока покупателей он здесь не нашел и поехал на север. На север? А деревня все дальше и дальше. Спасибо за информацию. Видите, на север дальше посылают. Мы до первой локации сейчас доедем. Скотство. Скотство. Полнейшее скотство. Я ненавижу этот квест. Он скотский. Так, свои. Ладно, пощадим. Раз уж такое дело. Да и мне сейчас не до этого, мне лучше побыстрее все-таки ехать. Без остановок. Иначе это растянется на годы, на десятилетия. Мне это будет не нравиться. Отлично, шершень, ну зашибись.